Вперед! В помещение реактора! Нажать на ту кнопку. Что с радиацией? Ничего, по нулям. Все будет хорошо. Ладно, парни. Вы не видите меня, если очень светится, или лишняя паралога растет. Останусь-ка я здесь. Где в темноте и в безопасности. Лучше поберечься, чем покажем. Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, все равно. Как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает трансцендентное отображение пространственно-временного континуума. А синтетическая проекция множества лабиялов модифицирует само антидея сетевого пространства. Короче говоря, порождает просто логику. Что? Искривляет пространство и время. И требует невероятного количества энергии. А Чернобыль — ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей. Эта технология поможет мне найти ее. Кого? Мою невесту. Она пропала здесь, в Чернобыле. 30 лет назад. Да, полная пища. У нас совсем нет времени. О, Боже! Оливер! На помощь! Вот дерьмо! Оливер! Оливер, черт, где ты? Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы и дни разлуки. Так далеко от тебя. Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее.
Черт побери, Игорь! Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Ольга. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Ну что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это... Трансцендент биакционная проекция пространственно-временного континуума. Надо дерьмо, только не начинай опять. Нет, никакой научной лабуды. Прекрати, а то у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего, дело не где или когда, мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня ни малейшего желания еще раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, черт. Моя рука... Так болит, сломано. Я убью тебя, ты, ублюдок в черной маске, за Антона. Ошибка. Основа нашего мира такая тонкая, ее так легко сломать. Неужели это я сделал все это?
Хватит смотреть. Нам нужно приготовить ужин. Игорь, я так голодна. Давай съедим что-нибудь. Ты разведешь костер, а я оденусь и буду одно слово. Это слишком для тебя? Ностальгия. Пароль ностальгия. Ты же сам его выбрал, черт тебя дери. Давай, заходи. Слушай, Игорь, ты же у нас мастер на все руки. Осмотрись тут. Может, весь этот хлам на что-то сгодится? Давай, чувствуй себя как дома.